В Тюмени продолжается региональный чемпионат WorldSkills. В этом году он собрал более 300 участников. Впервые наравне со студентами колледжей и техникумов в профмастерстве сражаются зрелые конкурсанты в возрасте 50+. Так на площадках сошлись опыт и молодость. Например, в компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей. На решение модуля всем участникам выделяется одинаковое количество времени. Когда объявили конкурс, что можно принимать участие тем, кому 50+, я решил, думаю, а почему не попробовать? Что вот для вас это? Ну, будем так говорить, хороший опыт, к тому опыту, который я еще имею. И есть возможность что-то рассказать студентам. И нужно чаще такие мероприятия проводить. Вот. Во-первых, есть возможность встряхнуть себя от будничной жизни, да, и кое-что новое узнать. Сегодня последний день соревнований. Завтра на торжественной церемонии закрытия назовут имена победителей.